праздник для тех, кто появился на свет раньше времени. Сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства пригласили в гости своих маленьких пациентов. Уже второй раз они проводят акцию, приуроченную к Международному дню недоношенных детей. Елисей Васильцов появился на свет 7-месячным. При рождении у малыша был экстремально низкий вес – всего 900 граммов. Мальчик оказался в заботливых и профессиональных руках, благодаря которым он недавно отметил свой первый день рождения. Кровоизлияние у нас было в мозг, то есть делали капельницы, выкармливали нас через зонд. Где-то, наверное, только месяцев три мы начали есть с бутылки. Огромное спасибо врачам за то, что мы живы-здоровы. Уже крепший и почти самостоятельный, Елисей пришел на встречу со своими спасителями. Здесь много и других детей, чьи жизни сразу после рождения висели на волоске. Реанимацию очень долго провел. У нас вот как раз Наталья Валерьевна очень прямо в операционной она его забрала, она его выхаживала. И потом вот поддерживали, мы общались после, переписывались. Вот она очень душевный человек, я очень благодарна. Сотрудники центра называют этот праздник днем маленьких детей. Они проводят такие встречи, чтобы оценить результат своей работы и вместе с мамами порадоваться за успехи малышей. Они лежат у нас подолгу, и ты вкладываешь в каждого ребенка чуть-чуть себя. Поэтому, конечно, когда они приходят, большую часть детей мы узнаем. На данный момент в отделении реанимации новорожденных Люберецкого роддома лежат 5 малышей. Еще 19 находятся на втором этапе выхаживания. По словам медиков, количество преждевременных родов с каждым годом увеличивается. Лиза Егязарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.